Садовому на троллейбусе. Такая возможность появится у жителей столичного микрорайона до конца лета. Реализацию транспортной реформы обсудили на еженедельном совещании в администрации Чебоксар. 10-й маршрут будет курсировать между микрорайоном Садовый и железнодорожным вокзалом. Запланировано 8 остановок. Интервал движения в часы пик – 10 минут. Еще одно нововведение – продление 37-й маршрутки. Ее конечной станет улица Нефтебазовская. В полной мере транспортную реформу начнут в конце года. Тогда вступит в силу документ планирования. Он учитывает не все предложения администрации города, не обеспечивает перераспределение пассажиров с межмуниципального транспорта на муниципальный пассажирский транспорт. Деятельность некоторых перевозчиков по перевозке пассажиров внутри города убыточна. Поднять цены на проезд. С таким предложением в администрацию вышли представители троллейбусного управления, Чувашавтотранса и других перевозчиков. С июля стоимость может вырасти от 2 до 4 рублей. В настоящее время данные предложения рассматриваются. В течение мая месяца будет подготовлено решение, будет дана обратная связь. Глава столичной администрации подчеркнул, необходимо наладить эффективную работу в сфере пассажирских перевозок совместно с контрольно-надзорными органами. Татьяна Леонтьева, Игорь Зверев, Республика.